Наша детская площадка, стая собак. Девочка вон у папы на ручках плачет, испугалась. Кошмар! Боже мой! А мне сейчас тоже идти гулять. И вот как выходить? Это же ужас. Смотрите, что делаете. Закон у нас приняли о защите. Так, бля, домой уже зайти не может. И пускают. Глянь, какой ужас. Фальшивки на 8 лет в тюрьму. Две женщины неоднократно расплачивались в продуктовых магазинах такого поддельными спичками. Смотрите, вот стая собак разлилась по всему двору. А вон там, в подъезде, вон, прячется мужик с ребенком. А, вот опять пошли. Нет? Да куда он делся-то? А, вот он идет. Видите? Вот он уже 4 раза пытался пройти по двору. Ой, смотрите, смотрите, что происходит. Боже мой, какой кошмар, а! Не дают пройти человеку. Остальные вон нормально идут, а его почему-то не пускают. Гля-гля-гля. Боже мой, кошмар.